Ивану этому, да. Кирищеву? Да. Вот это мне дали ответ, смотрите, да? Вот. Ну, не знаю, или мне ответ дали, ну, как бы, похоже на мою фамилию. Ну, я рот, да. Ну, это, я даже за это же спорить не буду, потому что там все. Просто тут очень серьезное дело, понимаете? Человек сам победил, потому что он не образованный, а он дальше служит. Как так? Надо сторонить хотя бы, наверное. Ну, що ви хочете почути? Де дисциплінарна, де... Я знаю, що по ньому закрито кримінальне провадження, прокуратура закрила, бо я ще був тоді якраз виконував. Вот. И зараз распечатано у нас службовое расследование. Да я понимаю, но смотрите, вот человек, да, на допросе, вы же получали с прокуратуры эту бумагу, да, там? У нас, ну, там еще занимается мониторинг и начальник расписки. Я понимаю, но смотрите, человек... Я понял, да. Смотрите, вот человек просто, вот, да, вот, тут пишет про то, что, смотрите, про то, что слідчий не є уповноваженою особою, відповідно до вимог законодавства України, на надання обов'язкових до виконання вказівок щодо складання протоколів про дійснення правопорушення, Киричун В.Л. не був ознайомлений. Це він дав на допросі в прокуратурі, да? Офіційний ответ прокуратури. No. Тобто, це він підтверджує про те, що він не має відповідного образування, не має відповідних знань, розумієте? Зараз проти його как бы, ведеться службове розслідування. Так. Согласно закону про національну поліцію, яка там 77 стаття, по-моєму, да, його треба відсторонити від несення служби, щоб він, ну, не робив таких ошибок. Тому що він зараз за це час, поки ми свої несете робити розслідування, він може стільки діл наворотити, розумієте, проти людей. Дивіться, може, где-то ще на шалба у нього зараз поставити, ну, або там позакривати територію. Ви хочете, щоб його відсторонили, керівництво відсторонили його від, ну, займаної посади на тимчасово, поки йде службове розслідування? Ну, звісно. Ну, це не я хочу, це хоче громадськість хоче. Я зрозумів. Ну, дивіться, по закону там має право відсторонити, тобто це не є обов'язково, розумієте? Так ніхто не говорить. Ну, розумієте, чоловік сам підтверджує тому, що він не образований. Он на допросі дає. Это ж не з моїх слов, это ж не я придумав, а вам дали чітко ответ прокуратури, де он на допросі сказав, що он не знав, то що он. Прокуратура вам дала доручення, тобто, щоб прикинути його до відповідальності. Ну, за рішенням, тобто закритим розпорядження. Тобто, у нас йде зараз службове розслідування, ми його поки не. Так я ж не говорю, що його зараз уволять, правильно? Ну, а просто знаю, до кінця розслідування його треба відстранити іменно хоча б від займаної посади. Пускай десь там шлагбаум відкривають, машини моти, то хорошо буде получати. Це будемо вирішувати вже з керівником безпосередньо. Просто, розумієте, от зараз... Його за... керівником будемо, ну, і так само керівником... Я це розумію, смотрите, просто за це час, ну, керівник то теж ще серйозний чоловік, він говорить, 20 років ми так робили, ну, фальсифіцировали діла. От керівник Киричуна, да, він сказав, що ми 20 років, говорить, ми виписуємо протокол согласно постановлению следователя. Понимаете? Это 20 лет нарушаются права людей. Надо разобраться, понимаете? Ну просто на данное время, пока еще идет расследование, потому что он занимает свою посаду, он так же сам выписывает протоколы, он так же сам может дальше продолжать фальсифицировать дела против людей. Если будут такие другие, например, фальсификации, если это где-то выплывет, то так само будем принимать решение и притягивать это. А если не выплывет? Подождите, ну... Если не выплывет? Богдан, это же не наказание, а предупреждение. Вам надо предупреждать правопорушение. Сервис. Да не в том дело, что сервис. Вам надо все правопорушения, что громадян, что полиции, попереджувати. Так точно. Так вот, на данный этап надо попередити его, понимать, а потом собрать комиссию и проверить его знания. Ну, на данный час его надо по-любому отстранить. Дивіться, буде йде службове розслідування, так? Ну. От, службове розслідування прийме, наприклад, там, чи звільнення, чи сувора догана, чи там неповна посадова особа. І тоді, якщо нас потрібно, буде перенаправити. Право його так само буде вирішено і направити його на підвищення або кваліфікації в Київ, або буде зараз, де у нас кінець вересня, йде зараз, до речі, йде у нас фізична підготовка, і також де тести йдуть по ну, кожен рік та йдуть. Ні, так я це розумію, але це після розслідування. Ну, во время розслідування, розумієте? Він може за це время ще стільки діл накрутити, і людям зробити, розумієте? Вирішимо це питання. Смотрите, це хорошо, да, що да. От я на поліцію сильно не обідився і написав тільки за моральний ущерб гривню. А щоб я написав би 100 тисяч гривень, да, йому вже було б уголовне діло, було б не закрите. Ви розумієте, так? Ну, да? Я ж не знаю, я не... Ну я знаю, я просто вам говорю, що, ну, що діло тільки закрили, щоб мені не було ущербу 82 тисячі гривень. Ну, моя моральний ущерб вичисляється мільярдами, ну не то діло.
Понимаете? Просто на данный час его надо отстранить именно хотя бы от поставленной посады, понимаете? Вот физично как раз там вот может метлой поместить, если листья падает. Будет безпосередньо керівник, так само и начальник управления, и будет решать. Так смотрите, вот руководитель дал, да, мне ответ, что так. Еще может на месяц там продлить, там, типа, да? Так. Ну за так. Месяц человек... Ну это по закону, скажите, я это ты... понимаю. Но сколько он денег рассматривает дел? Я вам не могу. Ну, одно как минимум рассматриваю. Может, одна. Вот смотрите, вот сейчас просто понимаете, я вам делаю такое заявление, да, если, не дай бог, где-то всплывет то, что опять кто-то сфальсифицировал, угу. Просто вы можете уже понести за это ответственность. Я знаю, да. Ну, если вы это знаете, вы должны это попередить, понимаете? Я же скажу, будем решать питання. Я ж не можу зараз взяти, наприклад, и написать бумагу, а его, наприклад, відсторонити. Ты я давайте напишу. У мене немає таких повноважень, да, немає. Ну смотрите, ну после, я просто я буду контролировать, да, ну буду стараться, чтобы он натупил, но он натупит это однозначно. Ну он где-то натупит это однозначно, понимаете? Богдан Богданович. У вас же уже пришел не принцип, а такие так угрозы, да? Только конкретно к одному человеку. Я ж бачу. Пока. Пока. Я ж бачу. Понимаете? Богдан Богданович, просто я переживаю за других людей, которые цей. Ну, он сам подтвердил, что он ну, не сильно разумеется в законодательстве, что он может просто других людей так же само притягивать до административной ответственности. Понимаете? Разумею. Ну, вот я хотел это звернение вот таке сделать. Вот, мы разглянули. Может, да, вот сегодня с этим начальником переговорить, может, даже сегодня вечером его... Не, ну, я же говорю, чтобы его ну, уволили, да? До, ну, потом, да, понятно, его надо уволить. Ну хотя бы до конца рассмотрения дела его на шлагбаум, там вот листья у вас падают. Грибки там листья, физическая подготовка, он такой сильный парень. Ну, у нас зараз даем эфир. Да я так знаю, вот его очень хорошо получается машины мыть. Вот его профессиональная деятельность бывшим. Он хорошо там полирует панели машины. Я знаю. Вы бачите, вы больше его знаете. Если человеком заинтересовался, я про него знаю все. Понимаете, нам даже не интересно, чтобы его уволили. Да, да. Какой мы материал потом, где мы будем его брать? Мы просим, чтобы его даже не увольняли, просто его догану. Данное питание я поспілкуюся с начальником, так само и с его керівництвом, ну, то есть керівником, який видел. Да, чтобы хотя бы отстранить на время расследования. С начальником, так само моніторингу, и так само, и кто разглядает службу расследования, там вроде бы донс розмагатає. Да, ну, и тут тоже, смотрите, вот как бы, ну, пишет с повагою, а фамилия пишет ошибку. Ну, как-то уже не повага. Ну, бачите. Это неуважительно, правильно? Ну, я вас точно фамилию, точно там родину знаю, але як воно там правильно пишете, чи через... Ну, как, через... от слова родина, видите, зачем же, да, родина. Ну, бачите, я не цікавився, бачите, вам, так що, ну, мені не до того. Я помню. Богдан Богданович, я вам очень благодарен, що ви нашли минутку там вийти. Та ну, а за що? Ну, просто надо этим вопросом вот, до конца этого расследования разобраться. Ну, реально, просто человек может на еще много таких дел сфабриковать, и это он, этим будет позорить. Полицию, надежду людей на реформу, понимаете? Я не разумею. Вы поняли. Все, я вам спасибо большое.